Город начал подготовку к ежегодному благотворительному марафону помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Ты нам нужен». В этот раз он пройдет с 16 по 23 марта. Акции по сбору средств будут проходить на площадках крупных торгово-развлекательных центров, в учреждениях образования, культуры и соцзащиты. Волонтеры с апельсинометрами появятся в парках, спортклубах, школах, вузах и на главных улицах и площадях областного центра. С 1 марта начинается прием заявок на оказание помощи. Он открыт по будням с 9 до 16:00. Со списком документов, необходимых при подаче заявлений, можно ознакомиться на сайте мэрии. Собранные средства распределят среди благополучателей. Прием заявок закроют 15 марта.